Небольшое озеро, окруженное березовой рощей. Природа словно с картин Васнецова. Специалисты из Центрального биосферного заповедника имени Алехина уверяют, на отвалах и хвостохранилище Михайловского ГОКа богатое биологическое и природное разнообразие. Изобилие флоры и фауны ученые отметили еще во время своего первого исследования территории комбината в 2017 году. Ботанику Николаю Золотухину особенно интересен пятый отвал. Здесь, по его словам, из-за перепадов высот образовалось множество уникальных для нашего региона экологических ниш. Только орхидей на этих полянах около двух десятков видов, многие из которых внесены в Красную книгу Соловьиного края. Любка зеленоцветковая самая распространенная здесь, а в целом она достаточно редкая по Курской области. Пятый отвал, он самый богатый, самый разнообразный. Всего здесь 408 видов отмечено у нас в 2017 году. В этом году мы продолжаем исследование. Вот буквально вот сегодня за маршрут добавили еще 7 видов к списку. Валентина Сашнина в заповеднике имени Алехина отвечает за экологическое просвещение. Признается, ей интересна флора отвалов Михайловского ГОКа и как человеку, влюбленному в природу нашей области, и как эксперту-микологу, специалисту по грибам. Мы же смотрим и видовое разнообразие, когда здесь все достаточно хорошие условия для произрастания, обитания грибов, то они, конечно, в большей степени проявляют себя. В первый год мы можем только 40% вот грибов определить. И вот 73 вида, которые мы отметили в первый год, это вроде бы как небольшое количество, потому что всего у нас 270 видов в центральном Черноземье. Но мы надеемся, что с каждым годом это список будет пополняться. И, конечно, вот эти вот грибочки, которые мы сегодня собрали, нас порадовали, потому что все-таки за один раз 20 видов почти мы набрали. Эти поляны и перелески скрывают не только редкие виды растений, которые заинтересуют ценителей природы. Здесь можно найти артефакты, которые нигде больше не сыскать. Красивый смешанный лес, поющие птицы. О том, что это отвалы Михайловского ГОКа, можно судить вот по таким нечастым находкам. Это окаменелость моллюска грифей, который был широко распространен в юрский меловой период, в то время, когда на Земле господствовали динозавры. Не менее увлекательно изучают территории Михайловского ГОКа орнитологам хвостохранилище. Искусственный водоем, в котором складируются отходы производства железорудного концентрата, стало настоящим заповедником для многих, в том числе перелетных птиц. Это большой водный объект, который привлекает массу водоплавающих и околоводных птиц. Здесь сосредоточено около 120 видов птиц. Здесь есть так называемая миграционная остановка белолобых гусей. Гуси у нас зимуют в Голландии, летят через Германию, Польшу, Белоруссию до территории Курской области. И здесь они около месяца, около полутора месяцев обычно отдыхают перед тем, как взять курс на север. Гнездятся гуси у нас в тундровой зоне. В рамках природоохранной деятельности «Металлоинвеста» на Михайловском ГОКе ведется системный мониторинг атмосферного воздуха прилегающих территорий. Результаты исследования показывают, нагрузка на окружающую среду не превышает допустимых норм. Отличный индикатор общего благополучия природной среды – большое разнообразие растений, водоплавающих птиц и земноводных, которые обитают на территориях вокруг комбината. Изучение флоры и фауны специалисты биосферного заповедника имени Алехина продолжат в течение года.